когда играешь так, как противник тебе позволяет играть. Это просто сегодня и прошлая игра тоже была такая, что они намного лучше атаковали, чем мы. Но мы так, на блоке, на меньше ошибок, да, выиграли две партии, и потом пятая – это лотерия, да. Но сегодня просто они были сильнее и в подаче, и специально в атаке. И наш блок 100% не работал сегодня. В последнее время наш блок очень хороший был, но сегодня вообще не работал. Я иногда имел такое чувство, что они атакуют наш блок. Нет, рядом, но в блок, чтобы завоевали очко. Много блок-аута, много каких-то, но это бывает просто. Мне очень жалко, что у нас есть игроков, которые... У них игра зависит от счета, зависит от сколько болельщиков есть в зал, зависит от давления, это очень много. Так, да, иногда надо чуть-чуть и поменять такие игроки, то, но то редко получается. Потом играла нормально. Думаю, что все нормально. Думаю, что надо повреждения этих травм достаточно было за эти сезоны. В прошлом матче забивала 14 или 13 очков в пятой партии. Она просто так играет, она хороший игрок. У нас нет такого диагонального, нет близко такого диагонального в нашей команде. И это просто для Локомотиву большой, как сказать, преимущество, да. Невозможно сказать, что в Казани нет хороших блок. У нас лучший блок русского чемпионата. Она просто хороший игрок и получилось так. Мы посмотрели, проанализировали, построились некоторые игроки, которые нам создавали проблемы. Спирскайтис сегодня ничего не смогла сделать, очень хорошо рассмотрели. Мартинес, которая очень опять сегодня не была такая, конечно, Петрини запустили, молодец, но она только не хватила. А наша командная игра была просто замечательная еще раз. И командный дух сегодня, который я попросил в раздевалке, чтобы две игры сейчас возвращаемся в Калининград. Я просто не представлял, что там будет. И очень сильно надеюсь, что у нас получится хорошая борьба. Обе команды ровные. Зрелищная битва сегодня получилась опять. Сравнивали серию, которая длинная, тяжелая. Надо сейчас успокоиться, спустить это адреналин, отдохнуть, восстановиться и зарядиться новые две битвы, которые предстоят дома. Знаете, они замечательная команда, очень сильные физические игроки. Построена команда, чтобы на блоке играл очень хорошо. Но то, что мы сегодня успели так похитрее сыграть некоторые ситуации, не бить прямо в блоке, отыгрываться побыстрее и, скорее всего, постраховаться, потому что это нам на страховке не хватило некоторые моменты, это все просмотрели и справились сегодня с блоком Динамо Акбарс. Но опять говорю,
1-1, все предстоит. Надо просто стоять прямо на землю сейчас, не очень сильно заводиться и как бы подумать, что дальше будет. Очень тяжело будет. У нас была первая задача начать с самого начала, чтобы не было вот этих, да, 2-0 проигрываем, потом судорожно начинаем что-то делать, какие-то подвиги, чтобы вернуться в игру и играть 5 партий, да. То есть сегодня тренер, то есть, именно упор делал на то, чтобы начинать с первого мяча, и как, ну, понятно, что нервы все равно есть, и с этой, и с другой как бы стороны, но в любом случае я очень счастлива, что мы сегодня победили. Безумно. Но мы эмоционально уже вернулись, потому что, ну, достаточно уже все, ну, уже почти неделя прошла, и были всякие там события тоже, ну, как бы мы на это не обращаем внимания, вот, поэтому эмоционально, я думаю, даже что с «Динамо» матчи были сложнее, ну, вот, я за себя говорю, не знаю, за других, а здесь как-то более нервно, а там было эмоциональнее, вот так. Настрой был очень боевой, хотели, конечно же, победы, повторить первый игровой день, который состоялся позавчера. Ну, где-то не хватило нам приема, с концентрацией где-то, возможно, не сложилось у нас. И у «Локомотива» была хорошая контратака, вот, более стабильная, чем у нас. На этом они нас, конечно, переиграли в сегодняшнем дне. Вот. Но все игры еще впереди, это только начало, поэтому будем бороться дальше. Хорошие усилия, подачу, правда, и хорошая у них была защита. Эбрар потрясающе сегодня тоже сыграла, то есть почти все мячи она забила, очень много было скидок. Вот, поэтому нам надо почистить свою защиту и также быть более агрессивной в атаке. У вас очень крутые болельщики, которые поддерживают наши, тоже сегодня старались изо всех сил. Будет эмоционально непросто, но постараемся абстрагироваться и не обращать внимания, а только делать то, что мы должны.